Иерусалим, апостолы, Христос. Тревожной ночи тихое преддверье, горели ярко свечи, таял воск, шла в комнате пасхальная вечеря. Иисус взял в руки хлеб, благословил, на всех взглянул с любовью и заботой. Один Иуда взгляд свой опустил, созрело зло в душе Искариота. Но вот земли и неба властелин с себя одежды верхние снимает и кротко, по обычаям земным, им удивленным ноги омывает. Вот к предающему он подошел, без гнева, без обиды, без упрека, и наклонился низко и отвел в смущении предатель взгляд жестокий. Учитель знал, что час его настал, что в эту ночь на смерть он будет предан, и знал, кому он ноги умывал, но как со всеми кроток был и сдержан. А ты, омытый кровью Христа, по милости божественной прощенный, когда тебя коснулась клевета, осмеянный, жестоко осужденный, молился ли ты за недругов своих? Постился ли, что Бог им дал прощение жестокосердным, предающим, злым? Или умолк твой дух, и ты в смущении? А может быть, в огне обид горя, и тоже злое в сердце замышляешь, и ближнему, как он, тебе вредишь, а заповедь Иисуса забываешь? Открой святую книгу и прочти. Он для тебя ученикам мыл ноги, чтоб ты себя смирил и научил смирению святому братьев многих.